morning, everyone. Good evening, everyone. Good morning, everyone. Привет, Лина. Да? Привет, Лина. Привет, Лина. Мы команда «Эриван». Мы ее поклонники, на самом деле. Но слышишь, раз день только день мы, там полный инстаграма. Ну да. Говорят, Кришна на первом месте, она на втором. Напрямую от нее вытянулись. Привет, подписчики группы «Женский футбол России». Смотрите завтра матч. А вы это не тогда выложите. Смотрите сегодня матч. Какой? 17:00 по Матч ТВ. Россия, Беларусь. Да, френдли матч. Все правильно? Да. Хорош. 4 не зашел. Связки. Раз, два, вылази. Здорово, да, своему, своему. Здорово. Красиво и быстрее выходить. С разворота бы приняла, было бы интересно. Встань! Яна, Яна! Можно в центр! Он может, ты можешь и здесь его сыграть. Но если ты все время будешь удаляться по полету мяча, ты к нему не придешь. А тебе надо раз, ты понимаешь, что он не идет, ну, падает над моими, и я прям иду в мяч. Ты будешь его касаться. Тебе его надо атаковать. Просто так на камеру не работает. У нас так не получается. Позиция, а? А сейчас? Есть! Упал, куда? Не было. Не было. Ты заснял? Не проверим, было. Проверим, вар есть. Yeah.
какая подача, такой удар. А вот психологическое давление оказывает на бьющего бога. Право бегут. Ладно, или влево. Еще так. Свистка. Желтая карта. Право, Ди. Подтвердил. 2-2. Они меня достали, постоянно в углы падают, которые... Хорош! Выходим! 3-2 повели. 4-2. А что ты здесь где была? А не было, Лис, а? Я пошла. Профессор. 4-3. Это она в 19, а вот в 20, как она начнет бить завтрашнего дня. Хорош, Наташа. Ничего, Наташа, извините. Вот он, кубок стоит уже. Мы уже вот наливаем туда. И... Хорош! И на полуостров. Баба! Девок, никто не бил еще. Данилочкин, Андрей Викторович. Знаешь, что проблема? Будьте добры, начинайте покидать уже, понял? Кто вышло, кто не бил. Если забивает, победа. Татьяна, давай. Татьяна, ну-ка. Железная походка сразу, а? Андрей Викторович, раньше у вас победы. Я за вас был. Да, уже все, есть победа, да? Да, да, если в синий, так бы все еще выше. Да. Не решает ничего. Два минуса сразу. Два жирных минуса.